Масленица – едва ли не единственный праздник, оставшийся в православной России в наследство от языческих времен. Всю неделю перед Великим постом принято печь блины и ходить к родственникам в гости. Для многих это веселое шумное гуляние, радостное ожидание весеннего тепла, горячие блины и прочие вкусные угощения. И самое подходящее время для благотворительности. Общественная организация инвалидов устроила настоящее народное гуляние по всем правилам. Игры, конкурсы, хороводы и вкусные угощения подарили возможность людям отвлечься от забот и проблем и с удовольствием провести время. Сами пели, танцевали, еще будем петь, танцевать. Мы рады встретить Масленицу, напекли блинов. Вот. Это праздник весенний. Масленицу сожгут, потом весна придет. Солнышко будет ярче светить. Нам очень здесь нравится. Доброе и веселое празднование Масленицы для общества единомышленников уже становится традицией. И в следующем году организаторы обещают встретить весну с теми, кому так необходимо любовь, забота и внимание. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События.